На прошлой неделе в сетях появилась тревожная новость о том, что в горах пропала бывшая биатлонистка Габриэла Соукалова. 21 сентября чешка в одиночестве отправилась на велопрогулку в итальянские Альпы. Однако позже Габриэла перезвонила и сообщила своему бойфренду о том, что перестала ориентироваться в местности и не может найти дорогу. После этого телефон Соукаловой сел. Однако девушка успела отправить свою геолокацию. Вечером несколько бригад спасателей выдвинулись на поиски, которые закончились неудачей. Утром спасатели продолжили свою работу. К счастью, тогда один из прохожих услышал женские крики о помощи, и место поиска было сужено. Спасательному вертолету таки удалось отыскать напуганную чешку после ночи в горах. Как сообщила позже сама Габриэла, она оставила свой велосипед, шла обратно по маршруту, который внезапно прервался. Прибыв на место, которое было моей целью, я поняла, что это был оптический обман, говорит она. Дороги дальше не было, она была только по ту сторону от воды. Моим главным страхом были медведи, признается Соукалова. Поднявшись немного выше и найдя место, защищенное от ветра, девушка не спала всю ночь, старалась двигаться, чтобы не замерзнуть. Ночи в Альпах холодные. Утром Габриэла поняла, что для того, чтобы спастись, ей нужно подняться на несколько сотен метров выше, так как вертолет попросту ее не видел. Чешку нашли уставшую, но в хорошем состоянии, на высоте 2270 метров над уровнем моря. В Ливинью девушка отдыхала со своим возлюбленным и дочерью. «Все это время я представляла встречу с Милошем и малышкой», — говорит Соукалова. «Момент, когда мне удалось их обнять, был лучший в моей жизни». Напомню, что чешская биатлонистка завершила карьеру в 2019 году. В 2016 Габриэла вышла замуж за бадминтониста Петра Коукала и взяла его фамилию. Однако спустя 4 года пара развелась, и чешка снова стала Соукаловой. А в сентябре 2021 года девушка родила дочь Изабелку от своего возлюбленного Милоша Кадержабека.